Этот портрет раба Мулата Веласкес написал, судя по всему, около 1650 года во время своего второго пребывания в Риме, непосредственно перед созданием портрета папы Иннокентия X. В XVIII веке биограф Паламино рассказывал, что Веласкес, прежде чем приступить к работе, хотел поупражняться в написании портрета с натуры. Находясь в услужении у художника с 1630 года, Пареха скоро сам стал искусным живописцем. Примером тому может служить подписанная автором и датированная 1661 годом картина «Призвание апостола Матфея», находящаяся в Мадриде в Прадо. Любопытно, что, изобразив себя среди персонажей, он придает своему автопортрету образ, которым его наделил Веласкес. Раб и коллега мастера получил вольную в 1654 году, но по-прежнему оставался при Веласкесе, перейдя затем на службу к его дочери Франциске и ее мужу Хуану Баутисте дель Массо, где и пребывал до самой своей смерти. Одет он в строгую одежду из зеленого сукна с большим воротником и фламандского кружева. Веласкес запечатлел Пареху с явно характерным для него выражением вызова во всем облике.